Сейчас у нас опять эпоха застоя. То есть спокойно. Понимаете, в чем дело? Люди ведь реагируют не на то, что стало им категорически лучше или категорически хуже, а на то, что любые перемены очень встряхивают общество. И человек, решающийся на эти перемены, как правило, не всегда любим. Поэтому сейчас, когда вдруг настала такая псевдостабилизация, тоже застой, какой был при Брежневе. При Брежневе все было в основном схвачено. Пятилетка приближает нас к этой цели. Задачи надо решить большие, сложные. Но мы решим их и решим обязательно. В 1975 году Владимир Путин заканчивает юридический факультет Ленинградского университета, одним из преподавателей которого был тогда Анатолий Собчак. Честь и слава советскому народу, народу победителю. Бывший студент и бывший профессор снова встретятся в начале 90-х, когда Собчак возглавит первый свободно избранный городской совет Ленинграда и пригласит Путина в свою команду. Но до этого еще полтора десятка лет. А пока, сразу после получения диплома, Путин по распределению приходит в управление КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области. Туда никто не шел. А туда отбирали лучших из лучших, как бы. За которыми начинали смотреть за многими с 10 класса. Перед тем, как им поступить в институты. Образ зловещей тайной полиции Сталина к этому времени постепенно меняется.
Юрий Андропов, ставший председателем КГБ в 1967 году, начинает кампанию по популяризации структуры, название которой еще недавно произносили шепотом. На экраны один за другим выходят фильмы и сериалы о подвигах советских разведчиков в годы войны. О наших именах не прочитать в газетах, но что прошла беда над миром стороной, пусть до утра не спят в рабочих кабинетах майоры с генеральской сединой. Нам в руки вложен щит и меч родной державы, врагу не одолеть. Во время советской власти бытовали определенные представления о КГБ, некоторые из которых соответствовали действительности. Ну, например, что это четкая, дисциплинированная организация, которая эффективно умеет проводить разного рода операции, существенно менее коррумпированные, чем другие институты власти в Советском Союзе. И эти представления, они сохранялись. Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный бой. Обстановка в главных центрах капитализма остается неустойчивой в экономическом и социально-политическом отношении. Пропаганда сделает свое дело в начале 80-х. Когда после смерти Брежнева Юрий Андропов станет генеральным секретарем ЦК КПСС, в обществе уже укоренится образ КГБ как единственной структуры в стране, способной навести порядок. Ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Смотрите, всех как так или иначе критиковали. И до сих пор критикуют. Кто критикует Андропова? Наоборот, сейчас восхваляют. Восхваляют всячески. И по телевидению, что это была незаурядная личность. Правда, не рассказывает, в чем незаурядная. Незаурядная, что он организовал психушки. Что он придумал и принудил медицинские светила изобрести вялотекущую шизофрению. Все знали, что в России, в Советском Союзе нужны реформы. Внутри правящей верхушки это поняли где-то в 81-м году, как я установил по документам. Они поняли, что они на грани очень тяжелого структурного кризиса, что нужно спасаться. В самом конце короткого периода правления Андропова в жизни Владимира Путина произойдут большие перемены. Его наконец-то отправят в высшую школу КГБ в Москве, а после ее окончания на работу за границу, в ГДР, где Путин проведет почти 5 лет.
испытывал шок в Германии. Но это было ГДР, но неважно, фактически это была Германия. Он там, до этого он был убежденным коммунистом, а там он понял, что вот читали вот там целую главу о пиве, вот единственная теплая страница о немецком пиве. Он понял, что никогда коммунизм не может такого пива и массы других вещей предоставить. Пленум единодушно избрал генеральным секретарем ЦК КПСС видного партийного и государственного деятеля Михаила Сергеевича Горбачева. И пошло, и пошло. Ну ничего, жив уже остался, все нормально. В это время в Советском Союзе начнется то, что позднее назовут Горбачевской перестройкой. Вам часто приходится переходить на выпуск новых образцов, менять ассортимент? Вот сейчас, да. Сейчас мы переходим на новые образцы, довольно-таки интересные, перестраиваемся частенько. Надо. Да, это надо. Женщины не хотят, чтобы, похоже, быть все это надо. Да. Мужчины и то начали тебя модничать. Когда я прочитал вот этот закон о кооперативах, Горбачевский, я так случилось, что я там, не создавал кооператив, не торговал джинсами и так далее, но я понял, что все, прежняя система закончилась. Просто закончилось. И поэтому у меня не было никаких сомнений в том, что нужно теперь принять принципиальное решение. Суть этого решения очень простая. Перестать думать, что кто-то о тебе позаботится. Нет больше государства, которое о тебе заботится. Ты сам теперь должен заботиться о себе, о своей семье. По сути, Путин вернулся уже в другую страну. Около года он работает помощником проректора Ленинградского университета по внешним связям и возобновляет контакты с Анатолием Собчаком, который уже активно занимается политикой. Его направили в резерв, в Ленинградский университет, международный отдел. Я вам скажу откровенно, для человека его возраста, с некоторым опытом работы за границей, хотя ГДР за границу можно условно считать, то, что он в этом возрасте попал в резерв, причем отнюдь не, скажем, Министерство иностранных дел, Министерство внешней торговли. В Ленинграде, кстати, было сильное Балтийское морское пароходство, оно руководило, было частью Министерства морского флота. Ленинградский университет – это, пожалуй, самая последняя инстанция, когда посылают в резерв. Это конец карьеры. Один из моих знакомых, который в те годы тоже работал в университете, я высказывал очень простую гипотезу, что последующие тесные взаимоотношения Путина с Собчаком связаны в том числе и с тем, что он сохранил у себя и не дал ход потом. То ли тому, что писали на Собчака, то ли тому, что писал сам Собчак, поскольку все они там друг друга подсиживали очень активно, вся наша университетская профессура. И, возможно, с тех пор и проистекают эти контакты. Ну, так или не так точно сказать сложно, но Собчак взял его к себе в 90-м году, став председателем Ленсовета. Товарищи, вы что здесь? 12 июня 91 года в России пройдут выборы президента, на которых с огромным перевесом, обойдя всех своих конкурентов, победит Борис Ельцин. В тот же день в Ленинграде Анатолий Собчак будет избран мэром города, которому по результатам референдума вернется его историческое название Санкт-Петербург. По мнению Крючкова, сменившего Чебрикова на посту председателя КГБ, Горбачев вел линию на развал советской системы. Горбачев вел линию на сговор с Западом, на сдачу наших стратегических позиций, военно-политических в Восточной Европе и во всем мире. И вот тогда это наше советское КГБ, возглавляемое Крючковым, оно решило пойти на свержение Горбачева. С невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7
Конституции СССР, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Не перебивайте! Я отчитываю гражданам России. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Очень многим путч представлялся клоунадой, потому что там действительно не было никаких арестов. Я очень долго гордился, потому что в списке, который позже был опубликован, тех, кто был назначен к аресту, я был 47-м, а Ельцин, там, 56-м. Но никого все равно не арестовывали. Ельцин вылезал на трибуны и говорил пламенные речи. Какие-то люди бегали с флагами по улице. Солдаты не стреляли ни в кого, а наоборот, братались. И в стране другие были настроения, и в КГБ были другие настроения. Страна была полна ожиданий, надежд, иллюзий. Она не хотела возвращаться к прошлому. И чекисты, вот те особенно, которые предназначались для этой вот операции, для этого штурма, они не хотели идти против народа и видеть жертвы кровопролития. Вот это, и это как раз это в этом вышло. К счастью, Крючков по характеру был нерешителен, труслив. Человек, который всегда ждал указаний, а в данном случае он оказался во главе вот этого заговора, и указаний ждать не от кого было. А подчиненные ему чекисты проявили колебания, потом отказ, и он ничего не мог сделать, поэтому путч провалился. Путин, я думаю, в 91-м году испытал так же, как и вся его организация, шок. После чего он придумал, почему это сделали они, и встроился. Они умеют встраиваться. Очень многие из этих людей пошли в бизнес. Я, например, знаю, что вот в империи Гусинского заведовал как бы вопросом безопасности небезызвестный Бобков, который в мое время был как раз начальником 5-го управления. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Августовский путч довел общий кризис до предельной черты. Самое губительное в этом кризисе – распад государственности. И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны. Последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Касается 93-го года, я очень хорошо помню тоже все эти события тут, и Собчак сеял тише воды, ниже травы, а Путина тоже никто не видел вообще. Здесь не было никаких там ни митингов, ни демонстраций, там, ни попыток силовых действий, ничего. Из Москвы там прислали какой-то факс от Рудского о том, что он смещает Собчака и назначает вице-мэра Щербакова на его место.
Щербаков взял этот факс, засунул его к себе в стол, никто этого факса, значит, больше так и не увидел. Год. Это был год переломный для возможностей КГБ, потому что Ельцин оказался в изоляции полной в стране, и только силовики его поддержали. Но поддержавшие его сделали его заложником. После этого он от них зависел. Больше никто его в стране не поддерживал. Отсюда их невероятный взлет, их продвижение, усиление их позиций. Произошел расстрел Белого дома, был расстрелян Верховный Совет, и Ельцину нужна была такая снова маленькая победоносная война. И ему необходимо было уже зарекомендовать себя в качестве собирателя земель Великой России. Так как его коммунисты все обвиняли в том, что он развалил СССР, и как бы демонстрация тому, что он начинает собирать земли, был назначен на первой жертвой это Чечня, чеченский народ, Чеченская республика. И таким образом он начал первую войну. Это был 94-й год. На носу выборы, 96-й год. Чеченская республика долгое время была определенным местом, где решались как политические, так и экономические вопросы. Вот. Как шла нефть через грозненские заводы, так она поступала с 91-го года. Несмотря там объявления в одностороннем порядке, независимо от всего остального. И многие вопросы через Чеченскую республику решались. Другим словом, было на кого свалить. И приватизация в стране началась. Вот. И потом, помните, как демонизировали чеченцев? Все, что плохое в России, это чеченцы. Я, как военный, знаю. Только народ почувствует запах крови и убийства, уже никого не остановишь. Ни военных, ни гражданских. А их опорочат. Вот этот миротворец, депутат Ковалев. Да ему плема некуда ставить. Плема некуда ставить. Это враг России, это предатель России. Прекратим. В понедельник мы садимся за стол переговоров, то есть послезавтра, сегодня суббота. Ельцин был, если скажем откровенно, в 91-й год популярнее Ельцина никого не было. Ни на просторах Советского Союза, ни в Российской Федерации. Со мной согласитесь, да? Он эту популярность растерял в течение 2 лет. Но еще раз нужно сказать, если бы сегодня или Путин, или я, или вы были в 92-м году президентами и пошли бы на отпускание цен, хотя я считаю, что некоторые вещи было делать по-другому, но Ельцин отпустил цены. И
когда народ обнищал в течение там, полугода, ну кто скажет кому спасибо? На выборах в Государственную Думу в декабре 95-го большинство голосов набрали коммунисты. Вероятность победы их лидера Геннадия Зюганова на предстоящих в июне 96-го выборах президента становилась абсолютно реальной. Это будущее России! Одновременно с выборами президента России в Петербурге проходили выборы главы городской администрации. Я думаю, что два человека, это Путин и Нарусова, они разделяют вину за поражение Собчака. Выигрыш Яковлева – это не только результат того, что успешно велась его кампания. Это результат абсолютно бездарной кампании самого Собчака, потому что все, что можно было провалить, они провалили. Такой миф о том, что якобы после того, как Собчак проиграл выборы, значит, Яковлев просил у Путина остаться, а тот с негодованием отказался. Все это ерунда. Через два дня после того, как Яковлев вступил в должность губернатора, я по каким-то делам был в Смольном. Иду по коридору. Встречают там Яковлева, Щербакова. И вот, пока мы стоим разговариваем, подходит какой-то чиновник, мне неизвестный, говорит: Вадим Анатольевич, значит, там Путин приехал, сидит в кабинете и ждет, значит, что вы насчет него решите. Ну, если выражаться дословно, то придется использовать чуть-чуть ненормативную лексику, потому что я навсегда запомнил, что сказал Вадим Анатольевич. Вадим Анатольевич побагровел и сказал, чтобы завтра духа этого тут не было. Значит, так вот решалась судьба будущего президента. Более того, если этого не произошло, я думаю, что президентом никогда бы не стал. Ну, кому было бы нужно, чтобы не заваливать это в Москву? Потому что Собчак бы выиграл бы выбор, остался бы Путин здесь его зам. Ну, так и сидело, может быть, до сих пор. Способствовал Чубайс, и сначала он сидел у Бородина, там чем-то занимался, а потом его перевели на контрольное управление. По-моему, это была инициатива Бородина, а Павла Павловича пригласить его вот после поражения Собчака. Он приехал в Москву и стал работать заместителем у Бородина, который в то время был начальник управления администрации президента.
И уже позже потом он перешел, по-моему, в контрольно-ревизионное управление. Путин, я имею в виду, перешел в контрольно-ревизионное. А потом позже он стал, возглавил ФСБ. Но враг готовит нам опять огни и войны, и тучи тяжело нависли над землей. Советская страна, пусть трудится спокойно, а нам, товарищ, рано на покой. Я был первым заместителем начальника управления Путина, я помню смутно. Он был, прямо скажем, довольно невзрачная личность, бесцветная. Занимался он работой тогда частично в секретариате, потом перешел на оперативную работу. И, в общем, скажем, в отличие от нынешнего директора ФСБ Патрушева, который работал под моим началом и который проявил определенные амбиции и самостоятельность. И, кстати, первое повышение по службе он получил от меня. Я рекомендовал его назначить начальником управления, назначить начальником райаппарата КГБ в Ленинградской области, город Кировск такой, на Ладожском озере. Но Путин, я говорю, в этом смысле был совершенно ни на что не претендующий. Рядовая фигура, абсолютно ничем не примечательная. Конечно, о преемнике Бориса Николаевича думал и раньше. И до 96-го года вполне возможно. И уж тем более после 96-го. А вот после дефолта он разочаровался в типаже под названием «молодой прогрессивный администратор». И начал искать другой типаж – служак. Примаков особо не скрывал своих политических пристрастий. Примаков по-крупному антиельцинист. Он против был свободы, против демократии, он был за спецслужбы, откуда, собственно, он родом. Он социалистических взглядов, советских, я бы сказал, взглядов. Его позиция на международной арене, она тоже архаично-советская была. И для Ельцина такой нелояльный преемник был абсолютно неприемлем. Контроль за исполнением не на уровне, Юрий Антонович, не на уровне. Вот сейчас вот прямо по этому совещанию, которое было по сельскому хозяйству, дайте мне предложение. И дайте предложение, если не будет исправлено положение, в течение срока, который будет указан, будут проведены кадровые замены. Я это прямо говорю. Я так полагаю, что преемника выбирали совместно. Семья, как она называлась тогда, и силовые структуры. И было очевидно, что ему нужен преемник из силовых структур, не только потому, что они единственные его поддерживали, но еще и потому, что они единственные могли ему обеспечить иммунитет от преследований, ему и семье. Понимаете? А это было, в общем, как, насколько можно судить, наиболее важным параметром у Ельцина при выборе наследника. На заседании горкомитета необходимо определить не так шире. Степашин первый зам. Исправились. Сергей Владимирович, пересядьте. Первый зам председателя правительства Степашин Сергей Владимирович. Больше вроде ошибок нет. Уважаемые россияне, осторожность премьера, готовность идти только на те меры, которые получает
максимальное одобрение и поддержку, сейчас начинают работать во вред. Ведь накануне выборов желающих поддерживать непопулярные жесткие решения в экономике найдется немного. Я назначил исполняющим обязанности премьера Сергея Вадимовича Степашина. Уверен, он способен дать работе правительства дополнительный импульс. В первые дни августа 99 года в дагестанских селах Карамахи и Чебан-Махи вспыхнул вооруженный мятеж. На помощь мятежникам из Чечни выдвинулись отряды под командованием Шамиля Басаева и мало кому тогда известного Хаттаба. Всех войсках Россия в окружении муджахидов и на район Аквали и район Котлях. Я хотел бы сказать, что нам давно пора освободиться от российского ига, и что этот джихад надо продолжить, успешно закончить его, освободив весь Дагестан. За все эти годы, которые были, федеральный центр, подписав все документы, практически ни один пункт не выполнил. Раз. Во-вторых, Масхадов допустил ряд ошибок. Но что досталось Масхадову? Масхадову досталось 1000 вооруженных людей, разрушенные города, город, разрушенная экономика. 5-6 человек готовых президентов, которые имели свою точку зрения на дальнейшее и так далее, и так далее. Буквально в 98 году уже вооруженное столкновение между вчерашними соратниками, которые выступили против законных властей президента Масхадова и его правительства, оно завершилось трехдневным таким столкновением, военным конфликтом. Потом все эти силы были переброшены уже в Дагестан. Для меня поход в Дагестан был полным непонятным. Почему он пошел, зачем пошел, какие задачи, вообще непонятно. Летом 99-го года, по просьбе Бориса Николаевича Ельцина, я летал в Биариц. Во Франции, на Атлантическом океане. В то время там отдыхал Путин со своей семьей, с женой, с двумя детьми. Ну, я к тому времени был уже знаком с его женой, с детьми. И, собственно, я поехал с предложением от Бориса Николаевича стать премьер-министром Российской Федерации. И по существу это было предложение не стать премьер-министром, по существу это было предложение стать преемником Бориса Николаевича. Здравствуйте. Садиться не буду, чтобы не засидеться, да, Николай Леонидович? Очень тяжелая обстановка сегодня в Дагестане и на Кавказе. Я только что прибыл оттуда. Владимир Ильич, очень тяжело. Очень тяжело. Пожалуй, мы можем действительно потерять Дагестан. Вячеслав Александрович, вы вчера видели все. Координация плохая пока. И почему-то все просят политической воли.
Поэтому я вчера вынужден был прийти туда и сказать, что я беру ответственность на себя. Ну, а теперь о текущем. Утром я был у президента. Он подписал указ о моей отставке. Благодарил за хорошую работу. И отправил отставку. И исполняющим обязанности назначен Владимир Владимирович Путин, секретарь Совета Безопасности и директор ФСБ. Я считаю, порядочный, достойный человек. Я хотел пожелать бы ему удачи. Именно удачи. Потому что остальное у него есть. И я, и Сергей Вадимович, мои люди военные. Президент принял решение, будем его выполнять. Вы помните, это было жесткое противостояние между Примаковым и Лужковым с одной стороны и Борисом Николаевичем. Ну и Путин в то время с другой стороны. И, в общем, я делал то, что от меня зависело, для того, чтобы победить на парламентских выборах, чтобы победа была за Борисом Николаевичем Ельциным. Именно поэтому возникла идея создания блока единства, ну, собственно, и многие другие идеи, которые помогли в конечном счете Путину стать президентом. В ночь на 9 сентября 1999 года в подвале жилого дома на улице Гурьянова в Москве прогремел мощный взрыв. Под развалинами погибло более сотни человек. Утром 13 сентября новый взрыв полностью уничтожил многоэтажный дом на Каширском шоссе. Общее число погибших, по официальным данным, составило более 200 человек. Извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Об этом много раз говорил. Он же был президентом, сказал, что мы не имеем никакого отношения. Ну, если там чеченцев ни одного нет, тех, кого разыскивают сегодня федеральные силы. Там все карачаевцы, там другие национальности. Чеченцев там нет и так далее. Говорят, что это Хаттаб организовал. Ну, сейчас трудно спросить Хаттаба погибшим. Для того, чтобы создать необходимое настроение общества, которое позволило бы ему стать президентом, нужны были вот такие вот драматические вещи. Нужна была истерия, нужна была, как говорится, маленькая победоносная война, нужна была враждебность, экстремальная ситуация, в которой сильный человек из КГБ – это то, что надо. Осенью 99 года вся моя поддержка Путина основывалась ровно на том, что этот человек должен вернуть нам национальное достоинство, которое, на мой взгляд, попирали торговцы героином, мафиозные из Чечни, отрезатели голов и так далее. Да, вот нам нужно было, наконец, встряхнуться и сказать, нет, мы больше не можем терпеть плевки. И он действовал в этой канве, и я его поддерживал. Thank you.
Путин же был никто, он стал президентом и национальным героем именно в результате вот громадной телевизионной кампании, в центре которой, инструментом которым являлась война в Чечне. В общем, продавался очень простой тезис: нас взрывают в наших домах, вот человек, который нас защитит. И, в общем-то, по-моему, так хребет любой духовной возможной оппозиции был сломлен тогда. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение 3 месяца, в соответствии опять же с Конституцией, он будет главой государства. А через 3 месяца состоятся выборы президента. Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои друзья.